Тренды. Да нет у меня ничего трендового, одно старье какое-то. Да чё психую, Нас пригласили на вечеринку костюмированную, надо быть в тренде. А у меня нету ничего, одно старье. Мам, ну оденься там, Вензи или Меган. Да там этих Вензи и Меган 10 штук будет. Хочется чего-нибудь прикольного, необычного. Мам, есть у меня тут одна мысль, но боюсь, что она тебе не понравится. Ну давай, выкладывай, какая у тебя там идейка? Скибиди туалет. Что? Скибиди туалет. Ну помнишь, там такая башка из туалета, там что песня какая-то, блузки, где доп-доп-доп, есть там что-то. И как ты себе это представляешь? Я что, в обнимку с унитазом пойду? Да не, мам, у нас же есть новая крышка от унитаза, ща принесу. Скибиди туалет. Мама, скибиди бам-бам-бам-бам-бам. Блин, кринжово, конечно. Но зато все поржут. Сто пудов. Капец, конечно. А, у меня же есть белый костюм, точно. Туалет туалетом, конечно, но выглядеть надо прилично. А-а-а, скибиди туалет! Жень, ты меня! Чё за прикол-то, а? Жень! Ну ты чего? Мы просто на вечеринку собрались, Дамик предложил быть мне скибиди туалетом. Как тебе костюм? Вообще больные. Да? Дамик! Дамик, не бери трубку! Дамик, не бери трубку! Дамик, где твой телефон? Вот лежит. Ни в коем случае не бери трубку! Что случилось? Сейчас все объясню. Мам, я ничего не понимаю, почему я не должен телефон брать? Дамик, мне только что звонил сиреноголовый. Он сказал, что он хочет похитить моего сына. Возможно, он будет звонить тебе. Мам, какой сиреноголовый? Успокойся. Сиреноголовый. Мам. Ну вот, я же говорила, не бери трубку. Мам, надо узнать, что он хочет. Надо ответить, чтобы мы узнали. Ну давай. Что там, что? Мам, я почему-то вижу сам себя. В смысле? Ну, это тут, там же это, фронтальная камера. Нет, мам, ты не поняла. Фронтальная камера – это одно. Посмотри, вот фронтальная камера, а кто тогда меня снимает здесь? Дамик, он как будто наблюдает за нами. Ага. Где-то может быть камера? Смотри, правда видно и тебя, и меня. Да как это, я не пойму? Дамик, он точно наблюдает за нами где-то здесь. Угу. Как будто у него камера установлена. Он видит нас. Да где же он, Дамик? Смотри, камера движется, как будто он идет туда. Что тебе нужно от нас? Дамик, он движется на нас.
Ну что там, готов? Готов, готов. Пап, я свою зарядку положу, можешь не брать. Да, ну ладно, пойдем. Пойдем. Дамик, воду забыл. А, точно. Дамик, беги в машину, а я пока перекусить возьму. Хорошо. Кидай сюда воду. Да. Этот тренд новый в Ютубе, скипите туалет какой-то. Да вообще трэш какой-то видел. Каких только чудиков не придумают. О, указатель Санкт-Петербург, 750 километров. Чего, мы будем 5 часов ехать? Какой 5 часов, Дамик? Не, часов 8-9. Жесть, я в телефоне залипать. Окей. Как осёл из Шрека. Мы уже скоро, мы приехали, но нам еще долго. Пап, зачем ты дверь закрыл? В смысле дверь? Руки у меня вообще здесь. Странно. Сейчас остановимся, посмотрим. Давай. Ну что? Дамик, у меня плохие новости. Мы заперты в машине. Круто! Челлендж 24 часа в машине. Ты чё? Не очень прикольно, но походу так оно и есть. Пап, ну что теперь будем делать? Чё-чё? Доставай покушать, поедим. Давай. О, круассаны? Угу, так. Тебе йогурт? А мне сок. Планы. Не знаю, давай в Roblox поиграем. Давай. Пап, ну что ты там зашел? Зашел. Давай поиграем в Человека-паука. Давай, заходи. Дамик, что-то я тебя тут не вижу. Так я за тебя посмотри. А, вот, все. О, мама звонит. Да, алло, Динар. Привет, ну вы как, доехали? Да какой доехали? Вот, 300 километров проехали, ключ сел, двери заблокировались, машина не едет. Ничего теперь? Ничего, привези нам ключ. Какой ключ? Запасной, второй. Вы что, издеваетесь? 300 километров, я приеду часа через 4-5. Ну а что делать, будем ждать. Ну хорошо, выезжаю. Давай, пока. Ну
что, она там приедет? Приедет, приедет. Не оставит же она нас тут погибать. Все тело затекло. Пап, давай кресло разложим. Слушай, а прикольная идея. Давай, заодно полежим там. Давай. Пап, давай ко мне. О, прикольно. Хочу. Я тоже. Ну уж нет. Ну как вы тут? Ну наконец-то. Блин, челлендж 24 часа в машине закончился. Эх.